камон. А можно не использовать гранаты? Нельзя. Да что это за трэш? Ты что, троллишь, вы? Я просто иду, иду, и тут просто граната лежит. Ну классно. Я не против босс-файта с несколькими попытками, ну, с большим количеством попыток, но если этот босс-файт играется настолько криво... Ого, дежавю. Хватит бросать гранаты, задолбал уже. В натуре ангел. Мы все сдохли, да? Сейчас. Я специально просто встал за камень, выехал чуть-чуть, чтобы по ним пострелять, и они меня мгновенно просто убили. Смешно. Ага. Очень. Тайминг. Ладно, сейчас найдем что-нибудь еще. Вот, есть. Какая нелепая смерть. Классная граната. Кажется, мы хотели не умирать, разве нет? Кто-нибудь, возьмите матировку. Может, перестанешь гранаты убивать хотя бы сейчас? Спасибо, что помог пройти. Мы останавливаемся, да, просто так. Могу припомнить, когда я в последний раз... Впрочем... Какие мины? У меня вместе с гранатами есть какая-то мина. Вряд ли они пригодятся. Не, я думаю, можно найти применение. Наверное, потому что эти мои вообще никогда не... успел. Вам пойдет корабль. Вы видите это говно? Да, я вижу. Это нормально. Нет! Нужно больше игроков, чтобы продолжить. Всего один игрок у нас на платформе. Подойдите сюда. Вейл, ты где? А ты смешной. У меня нету гравипушки, кажется. У меня тоже опять ее нету. Почему?
Бессмысленно без свободы. Ветер доносит снизу аромат экстракта. То, что... Together.